Данный гражданин работает в одной из частных компаний, связанной с недвижимостью. Не женат, детей не имеет. При проведении санкционированного обыска были изъяты компьютеры, видеокамеры, фото с несовершеннолетними, детское нижнее белье, предметы интимного характера. Подозреваемый знакомился с несовершеннолетними возле одной из школ города Днепра, предлагал им заработать денег, когда последние соглашались, он их привозил на съемную квартиру, где вступал с ними в отношения интимного характера.